деловой встречи, презентации бизнес-системы «Территория роста». И, конечно, хочу спросить, есть ли у нас уже участники нашей команды, те люди, кто вместе с нами, с помощью нашей бизнес-системы сейчас зарабатывают деньги. Если здесь есть наша команда, поставьте, пожалуйста, в чате пятерочки. Я хочу вас поприветствовать. И, конечно, хочу сказать вам огромное спасибо за то, что вы сотрудничаете с нами, за то, что выбрали именно наш проект, именно нашу команду. И я уверена, что сегодня есть не только те, кто в нашей команде, но, конечно, и новички. Если есть сегодня новички, чтобы я понимала, насколько мне важно давать информацию, какого плана, поставьте единичку. Те, кто меня впервые видит, слышит, кто впервые на нашей встрече «Бизнес-система территория роста». Если есть новички, ребят, я вам хочу сказать, что вы большие молодцы, что сегодня нашли время, уделили время услышать о возможностях бизнес-системы, возможности зарабатывать деньги. Ну что, ребят, каждый из нас сегодня пришел для того, чтобы получить информацию. И вы знаете, когда это действительно было... Очень хорошая фраза, которая подтверждала такой вот правильные вещи, что важно быть в нужное время и в нужном месте. Сейчас 21 век, немножечко эта фраза изменилась. Важно быть в нужном месте, в нужное время и с нужной информацией, потому что век информационный. И сегодня я для вас дам информацию, сегодня вы услышите на нашей встрече, что же такое бизнес-система, как она работает, какие у нее есть возможности и как вы можете зарабатывать с этой бизнес-системой. И, конечно, мне хотелось бы для начала познакомиться с вами. Меня зовут Елена, фамилия моя рабочая. Я в этом бизнесе вместе с супругом, с Денисом Бирюковым. Мы онлайн-предприниматели. И, вы знаете, это наш единственный источник дохода. Мы зарабатываем только в этом бизнесе. До работы в бизнесе я учитель. Учитель, закончила художественно-графический факультет, у меня высшее образование, магистратура. Мой муж профессиональный спортсмен, он играл в национальной сборной, закончил университет и получил образование тренера. Но сейчас мы работаем именно в бизнесе. Почему? Почему мы пришли в бизнес? Вы знаете, начать нашу встречу мне хотелось бы с очень важных вещей в жизни каждого человека. И для меня, и для вас. Я уверена, что есть вещи, которые для вас важны. То, что дарит вам в жизни гармонии, то, что делает вас счастливым. Каждый из нас мечтает иметь хорошую семью. Вы знаете, я очень хотела иметь семью, я мечтала иметь детей. Мне очень хотелось иметь свою собственную квартиру. Мне очень сильно хотелось путешествовать и увидеть весь мир. Мне очень хотелось делать хорошие подарки своим близким и дарить именно то, что нужно им, а не то, что из категории пригодится, да, в хозяйстве. Мне очень хотелось самообразовываться и, конечно, в будущем дать хорошее образование своим детям. И вы знаете, в жизни столько всего хотелось, хотелось и хотелось. Но, к сожалению, все вот эти вещи, да, о которых я сейчас говорю, невозможно без одного. Хотелось очень много всего. Но слово «счастье» в данном случае я заменила на слово «деньги». Потому что все наши мечты, все мои мечты и ваши мечты, которые у вас есть, они упираются в какую-то сумму денег. И вы знаете, вот так, когда я ходила на работу, в определенный момент я поняла, что у меня этого никогда не будет. Знаете почему? Потому что нет денег. Просто нет денег. И если бы вопрос стоял не в деньгах, я уверена, что многие из вас это лето провели бы совсем по-другому. Задайте себе вопрос, когда вы последний раз путешествовали? Когда вы последний раз проводили выходные с семьей так, как хочется вам, а не так, как позволяют деньги? И, конечно, именно поэтому я задумалась о том, как можно заработать деньги. Как можно сделать так, чтобы все-таки получить в жизни то, что хочется. Напишите в чате, кто меня сейчас понимает, для кого точно так же важно. Кто из вас мечтает о том, чтобы у вас всегда была счастливая, здоровая семья? Для кого это важно? Для кого важно проводить время так, как хотите вы? Для кого важно, чтобы на это все хватало возможностей, хватало деньги? Прекрасно. Тогда я уверена, что наша сегодняшняя встреча будет интересна для вас, потому что я сегодня буду говорить о деньгах. И говоря о деньгах, я буду говорить о тех возможностях, которые вы получите, зарабатывая деньги в бизнес-системе «Территория роста». Я пришла в этот бизнес
в декретном отпуске с маленьким ребенком. И могу вам сказать, что за очень короткий срок вышло на доход $700, и сейчас наш доход уже исчисляется не одной тысячи долларов ежемесячно. И все наши материальные мечты уже давно воплотились. Конечно же, мы купили свою квартиру, конечно же, мы путешествуем уже более 30 стран мира. И самое важное, что мы получили от этого бизнеса, это время, это свободу. Свободу быть со своей семьей, свободу быть со своими детьми. И если говорить о деньгах, то как их можно заработать? Вы знаете, что есть всего лишь 4 способа зарабатывать деньги. И я всем рекомендую прочитать книгу, та книга, которая изменила мой взгляд на жизнь. Та книга, которая вообще впервые заставила задуматься о том, что, оказывается, деньги – это тоже целая философия, целая наука. И это Роберт Киосаки «Квадрант денежного потока». Огромное количество книг этого автора во всех книжных магазинах есть, и, конечно же, они все являются бестселлерами. Так вот, в своей книге Роберт Киосаки делит всех людей именно по способу, как зарабатывают деньги, на 4 сектора. Слева 2 сектора и справа. Слева первый сектор – это работа по найму. Ребят, 80% людей сегодня находятся именно в этом секторе. Это люди, которые работают на кого-то, это люди, которые работают по договору, по контракту. И работа по найму предполагает, четкий график работы предполагает то, что есть зарплата, есть отпуск по графику. И, конечно же, здесь чаще всего денег нет. Раньше это был сектор, в который люди очень сильно стремились, потому что здесь была стабильность. Сегодня нет никакой стабильности. И вы знаете, в этом секторе, в тот момент, когда вас уволят, вы теряете все свои регалии. Кем бы вы ни были, пусть вы дважды заслуженный учитель, пусть вы какой-нибудь чемпион, в спорте там вообще все очень быстро происходит, пусть вы начальник или директор какого-то крупного предприятия, или возглавляете какую-то организацию. Ребят, все ваши регалии никому не нужны в тот момент, когда наступит момент пенсии. Вы потеряете все. И я была в этом секторе, я работала по найму, я знаю, что это такое. И 80% находятся именно здесь. 15% людей уходят из этого сектора в поисках большего дохода, в поисках свободы работы на себя. И это люди, которые имеют малый бизнес. Это те люди, которые сегодня открывают маленькие свои магазинчики, они таксуют или оказывают какие-то услуги юридические, может быть, репетитора. И вы знаете, разница в этих секторах, она очень, казалось бы, значительна, но ее практически нет. И в одном и во втором секторе ты свое время меняешь на деньги. Как только ты прекращаешь работать, денег нет. Особенно это касается малого бизнеса. Здесь нет никаких поддержек, никаких гарантий, никаких социальных льгот. Если ты работаешь на себя, ты сегодня таксуешь, ты сегодня зарабатываешь. Не дай бог, ты заболел, ты на месяц вышел из строя, у тебя нет денег, и семья остается без средств к существованию. Вот так люди в этих секторах, теряя работу, сразу же теряют деньги. Правый сектор – это сектор богатых людей. Как говорит Роберт Киосаки, именно в этом секторе сосредоточено 90% всех денег мира. И здесь всего лишь 5% людей. Это большой бизнес. Это то, что дает возможность иметь свободу. Когда вы уже не работаете сутками, не меняете свое время на деньги, а та возможность, когда вы зарабатываете деньги, и у вас есть команда, у вас есть система, которая работает даже без вас. И, конечно, инвесторы. Инвесторы – это люди, у которых уже их деньги работают на них и создают новые деньги. И если говорить сегодня о этих секторах, 80% людей, как я и сказала, находятся именно на работе по найму. Я уверена, что сегодня у нас, среди всех гостей нашего вебинара, нашей деловой встречи, точно так же будет распределяться. 80% людей ходят на работу. Если есть среди вас такие, напишите тоже в чате, поставьте плюсик. Ну, статистика есть статистика. В любом случае, большинство, да, большинство людей. И поэтому я буду говорить сейчас о вас. Ребят, каждый из нас сейчас проживает эту жизнь по шаблону государства. У всех у нас в жизни были большие мечты, большие цели, большие желания. И четкий-четкий шаблон, который навязан нам с детского сада. Еще в детском саду мы с вами точно знали, что мы пойдем в школу. После школы нам, мы точно знали, кстати, в детском саду еще, даже не в школе, что нам обязательно нужно поступить в университет или в институт и обязательно получить высшее образование. Для чего?
для того, чтобы найти хорошую работу. Школа, институт, работа и пенсия. И вы знаете, мы мечтали о многом, но есть реальность. И реальность такова, что в детском саду денег нет, и это понятно. В школе денег нет, и это тоже понятно. И в институте денег нет, и это тоже понятно. И работа, молодой специалист выходит на работу, и снова нет денег. Реальность сводится к тому, что чаще всего это съемная квартира и нет своего жилья. Чаще всего это кредиты или ипотеки. Чаще всего это ненормированный рабочий день, если ты хочешь хоть немножечко подзаработать больше и работаешь не по 8, по 12 часов в сутки. Чаще всего это очень мало времени быть со своей семьей. Чаще всего отпуск не там, где хочется. И люди, которые работают по найму, живут по принципу 40-40-40. 40 часов в неделю, работают 40 лет своей жизни ради того, чтобы через 40 лет жить на 40% того, как ты жил всегда, для того, чтобы иметь 40% своей зарплаты. И, конечно же, это пенсия. И сейчас я хочу вам показать график. Он не очень здесь виден, но я уверена, что вы его рассмотрите. Два сектора, которые отличают левый и правый квадрант. Наемный труд и квадрант бизнеса. Посмотрите этот график. На графике вертикальный у нас вектор – это деньги, горизонтальный – это время, время нашей жизни. Смотрите, как классно все растет в тот момент, когда мы выходим на работу. В 20 лет мы все полны амбиций, у нас много сил, мы горим желанием, и мы готовы свернуть горы. Мы начинаем работать, да, смотрите, растут наши доходы, видите, они, со временем они в любом случае поднимаются вверх, потому что стаж нарабатываются какие-то категории. И вот наступает момент, когда у каждого человека, я уверена, что если сегодня в вебинарной комнате есть те, кому 35-40 лет, вы меня прекрасно поймете, наступает момент планки. Тогда, когда вы уже в своей профессиональной карьере достигли максимума, тогда... Когда выше, чем есть сейчас, вы уже не прыгнете. И оставшиеся 10-15 лет люди ходят на одну и ту же работу, за одну и ту же зарплату. И выше уже не будет. И дальше этот график очень резко меняется. Этот график резко падает вниз. И вот здесь, ребят, это пенсия. И снова зарплата молодого специалиста. Снова та же зарплата, которая была тогда, когда тебе было 20 лет. И сегодня это буквально 100 долларов. И 40 лет своей жизни люди стремятся к чему-то. И, подходя к пенсии, осознают то, когда ты задаешь вопрос, а где же свобода, а когда жить, а как жить? И встречают пенсию с разочарованием, с болезнью и с бедностью. И вот этот график, он одинаков для любого человека. Неважно, какое у вас образование. Среднее образование выше, неважно, какую должность вы занимаете. График один для всех. Единственное, что может быть или выше, или ниже, это вот эта горизонтальная планочка доходов. У кого-то это может быть 500 долларов, у кого-то 200. Но, как я и говорила, все заканчивается тогда, когда вы выходите на пенсию. И график развития бизнеса, он совершенно другой. Бизнес всегда дает свободу. Свободу иметь тот доход, который нужен вам для ваших целей, для ваших желаний. Это постоянно растущий доход. И, конечно, если говорить о будущем, оно может быть разным. Ребят, ваше будущее зависит только от вас. Если сегодня вы остаетесь в графике работы по найму, то итог у каждого один – это пенсия. И вот эти фотографии говорят о многом. Будущее – это стоять в очередях на почте и получать пенсию. Или подрабатывать где-нибудь техничкой. Вы знаете, в одной из книг я прочитала очень классную мысль. Очень классная фраза. Она меня очень сильно зацепила. Фраза звучала так. А ты уже нашла себе школу, в которой ты будешь мыть полы на пенсии? Сегодня огромное количество людей с высшим образованием моют полы в школе, сидит на вахте, в общежитиях. И хоть как-то стремятся выживать в это время. Четыре способа зарабатывать деньги. Работа по найму, малый бизнес, крупный бизнес, инвестиции. Вы или слева, или вы справа. Другого не дано. Выбор за вами.
Напишите, пожалуйста, какой вам сектор нравится больше, где бы вы хотели быть, в левой стороне или в правой стороне, где хотелось бы быть? Где хотелось бы быть, ребят? Выбор вы делаете сами. Выбор вы делаете сами, и вы знаете, к сожалению, очень мало людей в правой стороне. Мало потому, что мы хотим, и вы хотите, и это нормально. Люди понимают и хотят жить по-другому. И каждый из нас искренне верит в то, что в жизни достоин большего. Это так и есть. Но для того, чтобы иметь крупный бизнес и инвестировать, нужно огромное количество денег. Огромное количество денег, которые нужно вложить. И где их взять, если чаще всего та зарплата, которая есть, к концу месяца выходит в ноль, а иногда и в минус. Поэтому мы с большой командой предпринимателей, которые развивали свой бизнес, работая сами на себя, создали уникальную систему, систему работы в интернет. И это та система, которая дает возможность каждому человеку перейти в правый квадрат и иметь самую важную ценность – эту свободу. Свободу и деньги для того, чтобы ваша жизнь изменилась. Бизнес-система, территория роста. Здесь все зависит только от ваших амбиций. Через полгода работы каждый из вас может быть предпринимателем и зарабатывать от 500 тысяч долларов. Все зависит только от вас. И что же такое бизнес-система? На чем она основана? Вы знаете, создавая эту бизнес-систему, мы понимали, что время очень сильно изменилось. Сегодня люди говорят о том, что в стране кризис. Люди недовольны и не понимают той ситуации, которая есть. На самом деле, ребят, кризиса нет, просто пришло другое время. И нам его нужно принять. Пришла другая действительность. Новая действительность, к которой многие оказались не готовы. Молодежь быстрее вникает. Людям постарше гораздо сложнее. Но время уже по-другому идти не будет. То, что было 10 лет назад, не вернешь. И новое время, оно принесло новые тенденции. Их очень много. Об одной из них только что говорил Денис на вебинаре Wellness. Wellness – это тенденция быть молодым, здоровым и активным и сохранять молодость на долгие годы. И это новая тенденция, она появилась недавно. Люди начали заботиться о своем здоровье и хотят сегодня жить по-другому. И когда тебе 50, 60 и 70, чувствовать себя отлично. Да? И точно так же абсолютно таким трендом в сегодняшнем мире, да, тенденция является развитие IT-технологий. Оно пришло постепенно. Вначале появились компьютеры, потом у нас появился интернет. И впервые, слыша слово интернет, многие из нас не понимали, как он работает, и не было такого понятия, что для нас это будет общедоступно. Сегодня в сети интернет практически 90% всех жителей Беларуси, я уже не говорю о более развитых странах, интернет плотно вошел в нашу жизнь, и мы сегодня делаем платежи, мы оплачиваем, мы покупаем билеты, мы бронируем через интернет, мы делаем покупки, мы обучаемся через интернет, и сегодня мы с вами общаемся через интернет. Нас сейчас 145 человек. 145 человек абсолютно из разных городов, и я уверена, что из разных стран. Но нас объединило то, что благодаря возможностям интернет мы сегодня можем получать информацию, делиться информацией и слышать друг друга. Потом появились интернет-магазины. Очень умные предприниматели, люди, которые поняли идею интернет, создали свои большущие интернет-магазины и AliExpress, Amazon. И это непонятно многим. Мы привыкли, что бизнес – это то, что можно увидеть, то, что можно почувствовать и пощупать. А AliExpress ты не пощупаешь, ты не посмотришь, как он сейчас выглядит. Но при этом это миллиарды долларов идут объемы продаж. И этот бизнес намного более сегодня прибыльный и более дорогой, чем реально стоящие магазины в рознице. Появились социальные сети. И, конечно, с появлением социальных сетей люди стали общаться, да, общаться в интернет, и каждый день у нас появляются новые социальные сети. И сейчас появились очень удобные средства тоже для быстрого общения, передачи информации в мессенджеры, такие же, как Viber, WhatsApp, Skype и Telegram сейчас появился. Поэтому вот это все уже есть. Это все есть вне зависимости от того, нравится нам это или не нравится. И мы
основывая нашу бизнес-систему с нашей командой, с командой предпринимателей, что сделали мы? Ребят, мы объединили все то, что есть в интернете. Мы объединили интернет, мы объединили соцсети, мы объединили все интернет-ресурсы и, конечно, объединили мессенджеры и создали свой проект на основе интернет-магазина. Мы сейчас продвигаем именно интернет-магазин, понимая, что за этим направлением будущее. Будущее за развитием бизнеса именно в интернете. Поэтому мы сейчас зарабатываем, мы сейчас развиваемся. И это возможность и сегодня, и завтра быть в тренде, да, быть в ногу со временем и развиваться именно здесь. Подумайте на секунду о том, что Facebook – обычная социальная сеть, которую точно так же нельзя оценить, казалось бы, и нельзя увидеть и пощупать, сегодня приносит более 50 миллиардов долларов, имеет ее основатель, да, человек, который сегодня владеет этой соцсетью, не миллионов, а миллиардов долларов. И когда акции Фейсбука поднялись, за один день он стал богаче больше, чем на 3,5 миллиарда. Вот такие сейчас возможности у нас в интернете. И я могу вам показать статистику. Прошло всего лишь 5 лет. За 5 лет объемы продаж интернет-магазинов увеличились, и это не миллионы и не миллиарды, а триллионы долларов. С одного до 2,5 триллионов долларов в два раза, да, выросли продажи. Это говорит о чем? Люди с удовольствием выбирают для себя такой удобный способ покупки. И есть прошлый бизнес, бизнес прошлого века. Это покупки через розницу, через розничные магазины. А есть будущий, бизнес настоящего и бизнес будущего. Это покупка всего, что нужно, тоже у компании-производителя. Все с тем же качеством, но с большим удобством, с экономием времени, с огромным выбором, с экономием денег через интернет-магазины. И говоря о том, что за этим бизнесом будущее, я хочу подтвердить словами Билла Гейтса. Билл Гейтс сказал о том, что в будущем будет лишь два вида бизнеса. Онлайн-бизнес и мертвый бизнес. Поэтому сегодня мы с вами стоим у истоков бизнеса будущего и строим его уже сейчас. И на нашей встрече я вам рассказала, почему именно интернет-бизнес, почему мы выбрали именно это направление. Сейчас я хочу, чтобы каждый из вас задал себе эти вопросы и для себя решил, интересно ли вам услышать эту информацию. Прямо сейчас я расскажу о нашем интернет-проекте и расскажу, в чем суть работы. Каждому человеку важно знать, что нужно делать, да? В чем суть работы, за что платят деньги, какие действия меня приведут к результату. Кто мне будет помогать? Насколько я смогу ли быть успешным в этом бизнесе? И, конечно же, что вы получите результаты? Какой будет результат моих усилий? Что я получу? А кому интересно эти 5 вопросов? Напишите, пожалуйста, в чате. Кому интересно сегодня услышать эту информацию? Вот моя задача на нашей сегодняшней встрече ответить для вас именно на эти вопросы. Отлично, тогда мы с вами движемся дальше. Итак, давайте поговорим вообще изначально о бизнесе. Суть любого бизнеса, это создание товарооборота. В любом бизнесе, чем бы человек ни занимался, он всегда продвигает товары или услуги. И чем больше товаров или услуг пользуется спросом, тем больше будет прибыль. Соответственно, если сказать простым языком, чем больше товарооборот, тем прибыльнее ваш бизнес. И что такое товарооборот? Это объем проданных или купленных товаров за определенный период времени. Поэтому суть бизнеса, что мы организовываем товарооборот нашего интернет-магазина именно через интернет. Суть бизнеса в организации товарооборота. Что необходимо делать? Как происходит? В чем заключается ваша работа, если вы хотите быть успешной и зарабатывать? Ваша работа – это создать поток покупателей в онлайн-магазин. Откуда мы берем людей? Создаем поток покупателей из интернет-ресурсов. Можно из досок объявлений, из соцсетей. Все известные интернет-ресурсы, мессенджеры, то есть мы применяем все, и у нас есть четкая система работы, как это необходимо делать. Наша бизнес-система дает возможность вам для себя, для своей семьи быть покупателями, и как покупатель, каждый человек
имеет скидку от 20 до 30%. Поэтому сотрудничать с нами очень выгодно. Сегодня люди любят считать деньги, и это прекрасная возможность покупать хороший продукт, качественный продукт с гарантией качества, удобно, сидя дома через интернет, при этом экономить 20-30%. Это если покупатель. Если вы примете решение быть партнером бизнес-системы и вам интересно зарабатывать деньги, то, конечно же, вы получаете большую скидку на продукцию от 20 до 42%, и для вас становятся очень выгодными покупки. И самое важное, вы получаете доход от бизнеса от 500 долларов. Мы приглашаем вас именно на такой доход. И ваша задача создать поток покупателей в интернет-магазин, используя нашу бизнес-систему, в интернет-магазин компании-производителя. Смысл бизнеса очень прост. Огромное количество людей для себя делают покупки, таким образом создается товарооборот, и компания вам платит деньги. Как это работает? Что зависит от вас и что зависит от компании? Сама компания-производитель предоставляет вам готовые ресурсы. Вам не нужно вкладывать деньги, вам не нужно заниматься доставкой, логистикой. Два глобальных международных сайта на разных языках, они работают, они уже есть. И это уже данность, да? Доставка, логистика, бухгалтерия каждого онлайн-офиса, каждого партнера системы уже учтена. Берет ответственность за продукт. Что это значит? Гарантии качества тоже дает компания. И, конечно же, дополнительно еще стимулирует развитие. Это корпоративные поездки, отдых, акции, бонусы денежные и подарки. Это задача компании-производителя, и, конечно, мы очень долго искали ту компанию, с которой бы мы хотели работать в интернете. И мы выбрали партнера, которому мы доверяем. Это шведская компания, я уверена, что известна вам, компания Oriflame. На сегодняшний день самый крупный косметический интернет-магазин в Европе, самая крупная косметическая компания в Европе. Компания, которая работает на разных странах мира, 62 страны мира, а это значит, не завязаны на экономике одной страны. Если бы компания Oriflame работала только в Беларуси или только в России, я бы никогда с ней не сотрудничала, понимая, что во время кризиса очень опасно сотрудничать с любой компанией, которая завязана на экономике одной страны. 62 страны мира, где сегодня развивается компания, а это дает возможности, применяя как раз таки интернет, иметь бизнес без границ. И сегодня в нашей команде, в нашем бизнесе люди не только из Беларуси. У нас сегодня Казахстан, у нас сегодня Россия, у нас сегодня Украина. И мы только начинаем и открываем филиалы во всех этих 62 странах. И ваш бизнес может быть там. Компания почти 50 лет на рынке. Это раскрученный бренд, узнаваемый бренд. И товарооборот компании уже приближается к 2 миллиардам евро. И самое главное, компания дает возможность иметь официальный легальный доход. Мы платим налоги, у нас соцпакет, у нас стаж, мы работаем открыто, легально, по белым, и это огромный-огромный плюс. И выбирая компанию партнеров, я четко понимала, и хочу, чтобы вы понимали, что в интернете можно развивать любой бизнес. Но есть факторы, которые влияют на развитие вашего бизнеса. И от того, насколько эти факторы есть или нет в вашей компании, насколько они есть или нет в вашем бизнесе, если кто-то у нас сейчас является, есть предприниматели. Если нет, то просто изучайте, что влияет на развитие бизнеса, надежность компании-партнера. Говоря о компании Oriflame, я могу сказать, что эта компания проверена временем. 50 лет – это не 2, не 10 и не 20. Это компания, которая пережила уже огромное количество кризисов, и в каждый кризис она выходит с большим и большим товарооборотом. Это качество. Говоря о качестве, я покажу вам сейчас факты. Цена – очень важный фактор. Цена не должна быть заниженной, не должна быть завышенной. Цена должна быть доступная для всех, среднерыночная, так, чтобы каждый человек мог купить, чтобы продукция подходила всем и каждому, а не только определенному кругу клиентов, которых у нас, например, только 5%, да, богатых людей. Цена, спрос. Спрос должен быть, период спроса, да, как можно меньше. Продукция должна заканчиваться, а компания Oriflame выпускает косметику. И говоря о косметике, это то, чем люди пользовались, пользуются и будут пользоваться. И шампунь закончится, через месяц снова его пойдут и купят. Конечно же, должен быть очень хороший ассортимент и бренд. Ассортимент, который подходил бы абсолютно для всех.
И я могу сказать, что у нас есть большей частью уникальность нашей продукции, того, что предлагает компания, это продукция для ежедневного использования. Это то, чем пользуется любая семья, и моя, и ваша в том числе. Это средства гигиены, такие как зубные щетки, зубные пасты, гели для душа, кондиционеры, краски для волос, пользуются 80% всех женщин. Поэтому каждый член нашей семьи ежедневно использует косметику. И вот эти факторы, они все есть в нашей компании. И, конечно же, система доставки до конечного потребителя. В каждый уголок Беларуси, в каждый уголок той страны, где работает компания, компания занимается доставкой и сама доставляет эту продукцию. Поэтому эти факторы говорят о многом, и они все эти факторы, они есть именно в нашей компании. И мы работаем не просто с косметикой, мы работаем с двумя брендами, именно это делает наш бизнес-проект успешным. Мы работаем с уникальным брендом, это бренд Novage, и это бренд, который 7 лет научных исследований прошел. Клинические испытания более чем на 100 активных ингредиентов, 1000 активных ингредиентов. 30 тысяч генов красоты было изучено, и благодаря этому появилась уникальная коллекция Novage для всех возрастов. И это то, что делает нас, девушек, женщин, более молодыми и красивыми. Это то, что имеет сегодня патент, и мы гордимся. Более 30 патентов на серии по уходу за лицом. В этом году премия «Товар города» в номинации «Эффективные средства по уходу за лицом». И, конечно, о нас пишут в журналах во всех женских. И научные статьи сегодня защищаются на эту тему. И работа по Novage, именно исследование Novage получило премию как лучшая работа в косметологии. Мы для себя выбираем именно эту продукцию, продукцию, которой мы доверяем. Я уверена, что здесь огромное количество людей, которые точно так же любят эту косметику, как и я. Кроме того, конечно же, мы работаем с уникальной линейкой, линейкой Wellness. Это та линейка для здоровья, которая продается в аптеках и которая более 15 лет создавалась, пока появилась на рынке. Более 50 ученых мирового уровня работал и работает именно над созданием этой серии. И 400 научных публикаций на эту тему, 11 международных сертификатов качества, высочайший сертификат GMP и 2 года подряд, 2015-2016 год, премия в области здоровое питание в России получила именно эта продукция. Эта продукция создана уникальнейшим человеком, таких в мире всего лишь 7, номинант на Нобелевскую премию, кардиохирург, который работает в сфере легочной и сердечной трансплантологии. Он один из 7 в мире, кто берет людей на операции после 70 лет по пересадке сердца и легких. И в научном центре в Швеции, в Игелесе, с командой ученых, он создавал правильно сбалансированный продукт. Это не был коммерческий продукт. Сегодня мы, здоровые люди, можем поддерживать свое здоровье, быть молодыми, красивыми, здоровыми с помощью этой продукции. Поэтому через наш филиал, через наш интернет-магазин мы продвигаем, конечно же, именно эти продукты. Продукты уникальные, продукты, которые позволяют людям всегда быть молодыми, красивыми. И самое главное, это продукты, которые подтверждены огромным количеством сертификатов качества, достижений, номинаций и премий. И как яркое доказательство всему этому, выбор года потребителей в 2015 году – это, конечно, продукция компании «Oriflame». Что может быть лучше, чем выбор покупателей? Если нас выбирают покупатели, это значит, именно с этим продуктом можно строить бизнес. Это значит, что он пользуется спросом, и он востребован на рынке. И это большая победа. И я уверена, что в 2016 году нас ждет не только награда как лучшее средство, как высокоэффективное средство по уходу за лицом, но и выбор года покупателей, конечно же, заслуженно тоже будет вручен именно нашей продукции, продукции номер один, продукции компании. Поэтому, друзья мои, преимущество нашего проекта в том, что мы не просто вас приглашаем в Oriflame. Есть Oriflame прошлого, и это продажи, это сумки, это промостойки, а есть Oriflame 21 века. И мы выбрали компанию-партнера, мы выбрали производителя, и мы не являемся наемными работниками компании. У нас своя бизнес-система и свой проект, но мы осознанно выбрали именно эту компанию для того, чтобы зарабатывать деньги. Причем преимущество именно нашего проекта. Бизнес полностью помещается в ноутбуке. Доход официальный. Мы доводим до дохода $500 и выше
Вас не могут уволить, сократить или наказать. Путешествия по всему миру, корпоративные поездки, возможность передачи бизнеса по наследству или родителям, или детям, и, конечно же, свобода. Самое главное, что это не тот Oriflame. Это Oriflame без продаж и домашних складов и без финансовых рисков. Поэтому наша бизнес-система работает вот в таком ключе. Что нужно делать? Что необходимо делать? Мы открываем каждому нашему партнеру филиал. Первый партнер – это вы, с которого начинается ваше развитие бизнеса и ваш филиал. Первую группу, первый ваш филиал, то, что вы начинаете работать, мы запускаем с вами совместно. Принцип нашего бизнеса, он работает в том, что мы работаем всей большой командой предпринимателей и помогаем вам на первом этапе развивать ваш интернет-магазин. Первую группу, первый филиал мы регистрируем вместе. Что это значит? Каждый человек, каждый участник команды, который точно так же в интернете находит своих покупателей, своих клиентов, оформляет ваш интернет-магазин и оформляет один под одного. Что это дает? Это дает очень быструю скорость роста. Ни один новичок, ни один партнер не остается без помощи. Он пока обучается, у него не все получается. Да? Каждый из нас еще не профессионал в этом бизнесе, когда мы начинаем его строить. Нужно время, чтобы обучиться, но очень важен результат. Поэтому ни один новичок не остается без помощи. 100% гарантированный результат, быстрый результат. Почему? Потому что за счет концентрации огромного количества усилий многих людей идет очень быстрая скорость развития бизнеса. В это время, пока строится ваша первая команда, пока развивается ваш первый филиал, директорский филиал, пока мы вместе идем с вами на доход $500 и выше, ваша задача, что вам необходимо сделать? Ваша задача за это время пройти обучение. Ваша задача за это время научиться создавать личный товарооборот. Потому что принцип бизнеса не в продажах, а за счет того, что каждый человек себе покупает и меняет место покупок. И то, что вы раньше покупали средства гигиены и косметики для своей семьи в других магазинах, вы сейчас покупаете в своем интернет-магазине. Поэтому из большого количества общих покупок и складывается огромный товарооборот. Обучение, организовать товарооборот и овладеть всеми онлайн-инструментами, такие как работа в скайпе, вебинарной комнате, это все потихонечку, у нас есть для этого обучение. И, конечно же, научиться создавать поток покупателей через интернет-ресурсы. Это то, что вам необходимо научиться делать, и это вам дает очень быстрый старт. У нас завтра закрытие каталога, и я могу сказать, что я уверена, что сегодня в вебинарной комнате уже огромное количество людей, которые в этом каталоге уже вышли на повысили звание. Если вы есть, напишите «Я», мы вас поздравим, и вышли на уровень менеджера, и у нас открываются в этом каталоге уже директорские квалификации. Поэтому скорость бизнеса очень быстрая. За 2-3 месяца вы выходите на уровень менеджера, в течение 5-6 месяцев на уровень директора. Пишите в чате, ребят, кого поздравляем, кто в этом каталоге новые уровни. Вот, кто новые уровни, пишите, что можете написать сразу какие. И вот так, пока вы строите новую веточку, пока мы учимся, вы выходите, наша задача, первый этап, вывести вас на уровень директора. Первый ваш директорский филиал, первая директорская группа. Что вам это дает? Ежемесячный официальный доход $700 000, единовременная премия $1000, участие в программе «Мой автомобиль» и приглашение на банкет директоров на 2 персоны. Это преимущество именно директорской команды. И стратегия выхода на доход $1000 выглядит именно так. Что вам это дает? Посмотрите сейчас слева. Идея бизнес-системы – это выход на доход европейского уровня, доход $1000. Плюс премия $4500, плюс автопрограмма, плюс путешествие. Справа как это делаем? Смотрите. Справа веточку, правую вашу, первую директорскую группу, мы строим вместе, строим всей командой. За это время вы обучаетесь, овладеваете всеми техническими навыками, учитесь организовывать поток людей в свою команду и учитесь делать личный товарооборот, овладеваете всеми онлайн-инструментами. У вас строится первая ветка. Когда вы научитесь, вы уже вторую группу, так как вы уже умеете, строите самостоятельно. Вот так. Каждая такая группа
Через год будет вам приносить каждая такая группа доход 200-300 долларов, и это уже пассивный доход. Это уже те инвестиции, которые у нас в правом низу в квадранте, когда вы будете иметь доход от однажды хорошо вами сделанной работы. И суммарный ваш доход в месяц будет 1000 долларов. Вот так мы работаем в этом бизнесе. Поэтому фокус на построении 22% групп, фокус на развитии новых филиалов. Обратите внимание, первую ветку, она у нас командная, мы строим вместе командой. Дальше только вы сами, благодаря своим амбициям, благодаря своему уже умениям, навыкам и желаниям, строите новые ветки дальше. Что вы получаете? 5% бонус с каждой 22% ветки, и это остаточный доход, который равен 200-300 долларов ежемесячно. Если у вас 6 веток, только 1200 долларов у вас остаточного дохода. Кроме того, кроме прекрасного дохода, кроме денег, ежемесячного дохода, вы получаете премию. Если у вас одна ветка, вы получаете 1500 долларов премии. Если у вас две директорских ветки, 2000 долларов премии, и суммарно в предыдущем слайде вы видели 4500 долларов. 1000 за директора, старший директор 1500, золотой директор 2. Третья ветка вам дает премию 3000 долларов. Четвертая ветка 4000, 6 веток 6000 долларов. Суммарно вы можете заработать больше 20000 долларов только премиями. Плюс, конечно же, банкеты директоров ежегодно и конференции за границу. Ваши амбиции, ваши желания определяют здесь все. И это огромный, ребят, плюс. Огромный плюс, что есть ради чего напрягаться. Вас не могут сократить, вас не могут уволить. Никто не может закрыть ваш бизнес. Это ваш бизнес, у вас надежный партнер компании Reflame. И только от вас зависит, как завтра будете жить вы, как будет жить ваша семья. И посмотрите на средние доходы здесь в российских рублях и в долларах. Средний годовой доход директора 13,5 тысяч долларов. Средний доход золотого директора 30 тысяч долларов. Если вы мечтаете о доме, то или о квартире, конечно же, это бриллиантовый директор, доход 85 тысяч долларов. Мы сейчас в этом звании, в звании бриллиантовых директоров, у нас 6 групп в первой линии и по команде больше 20 директоров. Но с этого все только начинается, и есть возможности дальше. Я могу сказать, что максимальная премия в Reflame – это 1 000 000 долларов. Кроме денег, кроме премий, кроме остаточного дохода, немаловажную часть сотрудничества с нашим проектом и с нашей компанией, конечно же, является шикарные, красивые корпоративные мероприятия, такие как банкеты директоров. Но банкет директоров нужно там быть. Фотографии говорят о многом. Посмотрите на эти чеки, посмотрите на премии, которые выплачиваются новым директорам. Это очень круто. Это самые красивые залы в Беларуси, значит, в Беларуси. Для российских команд это гостиный двор в России, это красные дорожки, это потрясающие блюда, это артисты, которые для вас поют. И это признание на международном уровне. Это невероятно красиво. Каждая девочка, я вот сейчас, не обижая парней, которые в комнате, сейчас хочу поговорить две минутки о девочках. Каждая девочка, девушка мечтает быть принцессой в детстве, иметь красивую жизнь. И вы знаете, каждый банкет директоров – это сказка, это то, когда ты можешь одеть любое красивое платье в пол. Ты можешь быть звездой вечера, тебя фотографируют, тебе вручают премии, тебе поздравляет компания, дарит цветы. Это так круто. Это так круто, потому что банкет директоров, такое ощущение, как будто это жизнь в кино. Поэтому те, кто будут активны, готовьтесь каждый год вам нужно будет готовить наряды для себя и для своих любимых, потому что банкет директоров всегда идет приглашение на две персоны. Вы можете взять с собой, порадоваться своей премии, своему успеху, своего самого близкого человека. Может быть, это ваш сын, может быть, это ваша мама, может быть, это ваш муж, может быть, это подруга. Я не знаю, кто для вас, но вы сами решите, с кем разделить свой успех, с кем отпраздновать этот праздник. И, конечно же, с уровня «Золотой директор». А именно так мы ведем стратегию нашего бизнес-системы. Две ветки, да? Вы становитесь участником международных конференций «Reflame». За это время лидеры Reflame уже много раз обогнули земной шар и в каких только странах не проходили конференции. Это и Абу-Даби, это и Сингапур, это и Валенсия, и Стокгольм, и Париж, и Мальта, это и Бразилия,
Ребят, как много стран и сколько много еще впереди. Буквально вот сейчас в январе будет в Майами конференция. Мы побывали в 14 странах мира на конференции Oriflame. Здесь наши фотографии, конечно же, это настолько, наверное, 0,1% наших фотографий с конференции компании. Здесь есть фотографии, вот Канар, наша первая конференция, да, самая первая конференция слева на Канарских островах, Мальта, Дубай, вот здесь, Лиссабон, Бразилия, вот мы здесь в каком-то там парке в Бразилии. 14 стран мира – это за счет компании Reflame, не за свои деньги. Это то, что дает наш проект, вы будете путешествовать, если вы любите путешествия. И, конечно, они невероятны. Потому что компания не просто отправляет там в Турцию, там еще куда-нибудь, а компания дарит незабываемые, очень дорогие поездки. Вот эта фотография с нашей, ну, для меня самой ценной поездки, самой запоминающейся, это на лайнере. Я никогда не плавала на лайнере и даже не представляла, что такое может быть. А у меня вот муж всегда мечтал, наверное, он просто видел, он прожил 9 лет в Португалии, он спортсмен, он ездил и видел мир, я не видела. Я просто жила себе спокойно, как и все, ничего в этой жизни не видела. Он был в разных городах, и он видел эти белоснежные огромные круизные лайнеры, которые причаливают в разные порта. И, ребят, это невероятно. Начиная с самого лайнера, заканчивая тем, что за 6 дней мы побывали в 3 странах мира. И посмотрите, сколько городов. Потому что каждое утро ты причаливаешь новый город. И Барселона, и Марсель, и Монако, Ницца, Пиза, Флоренция, Неаполь. И это все просто поездка на лайнере. Каждый город невероятный, а сам лайнер, вот с него даже можно не уходить. Это наши последние фотографии с поездки в Абу-Даби. Компания Гала Ужин сделала в самом дорогом отеле мира, Эмери Пэлас. И этот отель, где все из золота практически, видите, вот это не просто желтый цвет, это золото. И компания своих партнеров приглашает именно туда. И, конечно, именно здесь, в этом бизнесе, я получила то, ради чего я начинала. Ради того, что так важно и так ценно в жизни каждого человека. Это счастье видеть счастливых, улыбающихся своих детей. Это счастье видеть счастливые их глаза тогда, когда ты вместе отдыхаешь, когда ты вместе отмечаешь день рождения, когда ты вместе можешь с ними путешествовать. В этом бизнесе мы получили гораздо больше, чем деньги. И это все благодаря тому, что когда-то я рассмотрела эту возможность. И у меня к вам вопрос. Ребят, а хотите ли вы воплотить свои мечты в жизнь? Хотите ли вы, чтобы у вас был тот путь, который приведет вас к вашим желаниям? Кто хочет, чтобы то, что вам нужно, было в вашей жизни? Если ваш ответ «да», если вы очень хотите, то мы это можем сделать вместе. Вы приходите в команду, вы приходите в готовую систему работы. И почему именно наша команда? Потому что у нас готовая бизнес-система. И самое главное, ее может повторить каждый. В крупный бизнес попадут только те, кто с деньгами, в традиционный бизнес. Здесь может повторить каждый. Потому что без финансовых вложений, без рисков, без опыта работы. Каждый может. У нас очень сильная система обучения, у нас очень сильная система мотивации, у нас очень сильная быстрый старт, потому что очень сильная командная поддержка. Мы это можем сделать вместе, как сделало огромное количество людей в нашей команде. Каждый из вас задает себе вопрос, получится ли у меня. Такой вопрос я себе тоже задавала, когда мне впервые рассказывали о том, что можно зарабатывать 1000 долларов. Мне, учительница, которая зарабатывала 120 долларов, мне в то время, жившей уже не на зарплату учителя, а на пособие, детское пособие, потому что я пришла в этот бизнес декретным. И я не верила, что у меня это может получиться. Ребят, у вас обязательно получится. Потому что получилось у очень-очень многих и очень разных людей. Тысячи и тысячи людей сегодня ежедневно закрывают звание директоров. Каждый день в Беларуси. В прошлом году появлялся один новый директор. Каждый день. А представьте, сколько в мире глобально людей становится успешно, используя бизнес.
получилось у разных людей. У людей, у которых, по идее, не должно было это получиться. Но получается у тех, кто просто делает. И вот эта фотография нашей команды. Посмотрите, как много людей в нашей команде получили свои чеки, свои премии. Это наша команда онлайн-предпринимателей, те, кто зарабатывает сегодня, кто достигли звания директора, получили, видите, премии $1000, $2000. А наша премия, вот здесь последняя фотография, $6000. Все это обязательно будет у вас. Поэтому очень часто люди говорят о том, что у них нет возможности в жизни. Возможности есть. И шанс, он всегда есть. Очень важно его просто рассмотреть. Неудачник не тот, кто не имел шанса, а тот, кто шанс получил и им не воспользовался. Поэтому не тратьте время, присоединяйтесь прямо сейчас. Пройдите быстрый старт, успешный старт. Завтра у нас обучение сразу в 10 утра, успешный старт. И не раздумывайте, потому что очень быстро бежит время нашей жизни, и можно так до конца жизни жить по графику наемного, да, и прийти к пенсии. А можно начать сейчас и уже через полгода начать осуществлять свои мечты, выйдя на доход от $500. Я желаю вам всем правильных решений, а правильные решения – это те решения, которые принимаются сердцем, которые принимаются всегда в пользу себя. Мы вам подскажем, научим, будем сопровождать. И завершая нашу сегодняшнюю встречу, я хочу сказать, что, ребят, задумайтесь на секунду о том, что всего лишь за такие простые действия, как ежедневная работа в интернет и приглашение клиентов и покупателей на интернет-магазин нашего партнера, компании Oriflame, уже через полгода вы сможете зарабатывать от 500 тысяч долларов и при этом получать удовольствие на корпоративных поездках компании Oriflame, путешествия в разные страны мира, получая хорошие премии. И самое главное, что все это время с вами будет команда, вы получите обучение, вы получите информацию, вас будем сопровождать и обучать, и вместе идти к вашим результатам. Огромное всем спасибо. До новых встреч. Завтра мы ждем тех, кто принял решение быть в нашей бизнес-системе, кто принял решение попробовать, да, начать изучить и зарабатывать в 10 утра на успешном старте. Именно первое обучение, с чего начинать этот бизнес.